7 декабря в 00:57 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в здании ресторана на улице Фонтанная в городе Владивосток. Уже через 3 минуты на месте работали огнеборцы. Пожару был присвоен 2-й ранг сложности. В момент прибытия пожарных 2-й этаж и крыша здания были охвачены пламенем. В результате пожара здание уничтожено огнем на площади около 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Сложность тушения пожара заключалась в том, что здание было обшито металлосайдингом. Огонь стремительно распространялся по пустотам и за считанные минуты охватил большую часть здания. Пожарным пришлось вручную вскрывать обшивку и кровлю здания, чтобы добраться до очагов пожара. Стоит отметить, что благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения перехода огня на рядом стоящее здание. Для установления причины и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники-испытатели пожарной лаборатории. Проводится доследственная проверка. Всего по уточненным данным, в тушении пожара было задействовано 16 единиц пожарной техники, в том числе 2 автолестницы и 72 человека личного состава.